Салют, геймоголики, и добро пожаловать во вторую часть приключений в мире Дума. Сегодня в студии с вами я, Фёдор, и мой компаньон... Джон Кармак, вот так вот. Я перед тем, как начать этот уровень, я хочу заявить, что, во-первых, я научился контролировать яркость в этой ванилла-версии Дума 2. Пожалуй, играть теперь мы будем на втором уровне яркости. А теперь... да, еще я научился менять размеры экрана, вот что я скажу. Я сделаю его чуточку больше, вот таким. Чтобы по сторонам все угрозы видеть. А теперь, вот теперь, без ложных отлагательств, начнем этот новый, шестой по счету уровень игры. И вторую часть прохождения. Бэм! Да, да. Ох, ох. Пока что ни один меня не поранил еще. Красавец. Я чудовищный наноситель ран. Сейчас, ой, похоже, мой рекорд будет уничтожен, но... Подожди, нет, подожди. Нет, нормально, смотри. Ведешь игру, папочка? Пока что да. И не забывай рушбайки собирать. Да, это всегда пригодится. Так, я тут еще одно место знаю. Конкретно вот эту вот колонну. К этой колонне мы еще вернемся. Обязательно. Но не сейчас. Сейчас мы пойдем вот сюда. Воу! Патрандашик там еще. Во-во-во. Да. Красава. Так, ну тут вроде бы чисто. Чисто же, да? Вроде да, все очистил, чисто. Да? Веди. Ты эксперт по игре, ты эксперт по Дума 2. Я, ну, так, просто наблюдатель. Я такой, знаешь, меня еще в школе учителя так характеризовали, как задумчивого очень. Да. От слова Doom. А теперь, смотри, мы знакомимся с новым видом монстра. Его зовут Hell Knight, рыцарь ада. Но наше знакомство будет очень коротким, поскольку я их раздавил всех нахуй этой платформой. Вот. Нифига себе. А как ты это? А я вот на эту кнопку нажал, на вот эту платформу опускает. А-а-а. Вот такие дела. И теперь мы получаем новое оружие. Да, и это плазмоган. Плазмоган. А что это за говно там плавает у нас? Это река слизи, в которой я вижу двух бычков. Но нам надо вот сюда попробовать ради интереса. И заодно протестить наш плазмер, наш плазмид. Как в Биошоке прямо. О, нормально. Довольно сильный. Да. И телепортатор возвращает нас на платформу с раздавленными тварями. Нас там кемперит кто-то, самый верхушке. Да, там эти, там импы сидят. Но... Ну, с импами у нас разговор короткий. Да, это правда. Тут я полностью согласен. Теперь мы... Ой, дурачок. Что же я наделал? Что же я сотворил-то? А так красиво начал, а? Не, ну все в порядке. Ну, сейчас вернемся. Вернемся, и все у нас будет хорошо. Да главное вниз не забывай смотреть. Ой, забыл! Ха, нельзя же вниз смотреть. Блин, а я снова неправильно спрыгнул. Ну что такое? А как там правильно спрыгнуть? Там надо разогнаться и очень с краюшка с самого бежать, и... Если тебе повезет, то все будет хорошо. Дум, дамы и господа. Так, ну вот, хорошо. Так, первая часть сделана. Вторая часть сделана. И теперь... Тихо. Да. Я делаю это. Патроны к плазмогану. Очень полезная вещь. Еще одни патроны к плазмогану. Полезная, выглядит как шестистволка. Ну, в смысле, мне кажется, она по принципу использования, как шестистволка, это не стой на месте. Да. Ну, типа того. А шестистволка тебе ж не нравится, ты ж ее ненавидишь просто. Но у этого как-то, у него урон больше, в первую очередь. Вот за это я его люблю. Ну, это так. Плюс. Здесь мы прошли уже довольно хорошую такую опасную часть уровня, поэтому я сейвлюсь. И... Ой. Вот, так и знал. Ой. Тут где-то толстенький будет. Вот он. Вот он стоит. Так. Положил, по-моему, все. Да.
С этими все. И вот сейчас самое время вернуться к этой колонне, которую я тут заприметил, как ты помнишь. Вот это похоже. Смотри, что у нас здесь есть. Специальный шарик, который дает 200 всего. И отправляет тебя вот в эту комнату. Но ну, достаточно нажать вот на этот вот лик. И все, мы съехали вниз. Думга и лики смерти. Да, именно так. Теперь у меня есть синяя карта, а это, как мы можем видеть, синяя дверь. Продолжим наше прохождение в следующей комнате. В следующей части? Но если бы мы были PewDiePie'ем, здесь где-нибудь мы бы и закончили. Но, ну ёпта. Мы не он, пока что. Мы зарабатываем меньше. Во, отлично, отлично. Блин, армор бонусы свыше 200 не даются. Зря только поднял их. Да ладно. Ну что делать? Что делать? Так, так, сейчас будет опасно. Сейчас будет... Сейчас будет тяжело. Ну, нет. Да не особо тяжело. Ой, только... Ой. Куда? Да, да какая разница? У меня аж 200 брони. Ну, у тебя уже не 200 брони. А, ой, блин, снизилось немножко. Но это в пределах разумного. Я когда план на этот уровень составлял, я это рассчитывал. Этот ущерб, да. Так, нажимаем сюда. И следующая дверь. А что если нажать на вот ту рожу, что справа от тебя сейчас? Она позволит вот эту вот штуку опустить, видишь, вот эту. А так она же уже опущена. А, ну, понятно. Вернуться, если хочешь. Вот. Так, 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 так. Ну вот. Сейчас будет проблемно. Ой. Ой. Блин. Сделал все-таки. Вау. Жируни так неожиданно потому... вылезли. Да они задолбали меня, они все время из стен вылезают. Компенсируют свою неповоротливость. Нельзя их патрончики там подобрать? Можно, можно, можно. Я в процессе сейчас. Просто мне надо от импов избавиться. Они большую конкуренцию мне составляют. Вот сейчас, ой, ой, беда, сейчас будет. Ох, нифига себе. Это новый еще один монстр, который дебютирует на этом уровне. Его зовут Ревенант. Повернись, повернись, повернись. Не-не-не, просто... он не бежит за мной. Они что, в комнатке в такой маленькой открылись. Вот. Они стреляют ракетами, у которых, если я не ошибаюсь, сплэш дэмэдж. Поэтому от них лучше отбегать далеко. Здоровья, я вижу, у них тоже нехило. Да, да, они могущественные. Это скелетральные бароны ада настоящие. Но больше их мы, надеюсь, не увидим. Ну, вроде избавился от них. Так, теперь мне надо вернуться за теми пулеметиками, вот за этими. Чтобы это сделать, мне стоит подняться повыше. А, ну логично, логично. И теперь... Так, да, ей, ой... Ой, спрыгнул, получилось. И что я знаю теперь, скажем так, частично вспомнил, а частично мне Википедия напомнила. Нифига вот такой себе. Вот знак очень часто маркирует секреты на уровнях. Это вот молния. Это справедливо ли это в данном случае? Да. Да. Блин, жируни ведь, а? О, нормально. Чую так, что я их взорвал тут всех. Да, всех взорвал. Все красавец. Погибли. Так, теперь стоит... Вот это... О, у нас снова по 200 всякого говна. Нормально. Ну да, ты же страшно... Ой, зря ты сейчас, наверное, броню взял. Да ее нельзя взять. А, нельзя взять. 200. Ну ладно. Так, ну вот, набрал себе целый боекомплект. И теперь могу идти дальше куда-то. Куда бы то ни было. А, пожалуй, сохранюсь. Да уж. С таким хабаром грех не сохранится. Ой, ой. Ну что ж ты? О, нормально. Эх, всюду бы в Думе такой хабар. Да, да, но знаешь, кто умеет искать, тот всегда найдет. Ух. Ой, 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 ой. Ой, ой. Тут что-то не так. Да, невидимые коровы меня в угол зажали, блядь. А? Видал? Видал, как бывает? Дерьмовая ситуация. Ну, красный ключ зато теперь мой. Невидимые враги, это, конечно, низко довольно, на мой взгляд. Ну, Джон Ромеро низкий человек. Он, кстати, действительно низкий, он довольно невысокий. 1,50 м.
Ой, да там с кепкой 1,50 м получается. Да, потому бейсболки. Шевелюрой, шевелюрой. Да, с его шикарным афро. У него же как львиная грива какая-то. Да, он очень потлатый. Как солист хэви-метал группы, я бы сказал. Но у солистов хэви-метал групп мышцы есть, так что, ну, аналогия неполная. Сохранюсь тут. Солисты хэви-метал групп не женятся на фиг знает, на трансгендерах каких-то. Ну это правда, он предпочитает трансгендеров в своей интимной да. жизни. Жена Джона Ромеро, если кто-то не знал, это бывший главный дизайнер компании Sirtec, который... Погоди. Она задизайнила такие игры, как Jagged Alliance 2. Ой, я беру свои звуки блевания обратно. Я очень люблю эти игры, потому что Wizardry я русский. Wizardry 8. И эту я люблю, несмотря на то, что я русский. Да, ну в общем, короче, это знатный хороший человек. Хороший набор, хорошее портфолио. Но там фишка в том, что она, походу, сделала... Да. Она сделала какую-то пластическую операцию или что-то такое, а теперь она похожа на мужика. Она вот похожа на этого демона, на этого Hell Knight'а. На этого бывшего Hell Knight'а и нынешнего мертвеца. Интересно, а куда попадает Hell Knight после смерти? Я думаю, он возвращается в ад, где его отчитывают начальник. Ну блин, это как-то тогда... Тогда Doom это какая-то семейная игра даже получается. Ну, если типа никто того, на самом деле да. не умирает. Ну, ты можешь умереть. Ну тогда ты тоже попадаешь просто в ад. Ну да, там. А там... стоп, ты уже в аду. Ты в аду на земле. Ну, это правда. Ну ты можешь попасть в ад на аде. Хм. Я думаю, Doom Guy неплохо разберется и в аду. Да, как в одной игре, которую я тоже хочу проходить. Как она называлась? Про чувака, который колье метает из пулеметика маленького. Блин, сейчас... Painkiller. Painkiller, да. Да. Там же сюжет целый на этом завязан. На том, что чувак в ад типа попадает? Да, он попадает в ад и месит демонов их же оружием. Карает их в попку анально. Я только в демку играл, он там по какому-то средневековому городу бегал и всех... А это один из уровней ада, по-моему. Да? Ну, кстати, клевый был уровень, он был красивый довольно. Хороший, да, и, блин, трупачи остаются после всего. И разнос хороший можно всем устраивать. А вот сейчас разнос будет мне, поэтому я сохранюсь. Вот. Иначе трудно будет. Иначе будет... Вот отсюда, я уверен, что вот отовсюду, повсюду, всюду, я не буду даже говорить. Я просто... Покрепче сожму свой шотган. Ох-ох-ой. Стрейфись, братишка. Да я стрейфлюсь, но, блин, я в стенах каких-то вонючих застреваю постоянно. Блять, эти свиньи из Портальерос выходят. Да, и, блять, вот этот вот, мне тебя не хватало только, да, вот, блять, жирунья. Охуел просто. Блин, у нашего мужичка, у него уже кровь из носа идет. Ну, немножко там струечка затекла, знаешь, как будто бы Мику Тяну видел. Хуй его знает. Так. Вроде чисто, вроде все вынес. Ружье только подбери. Какое, где? А, это ружье? Ну, конечно. А, о, смотри, кстати, у тебя патронов поможет. Вообще. У меня патронов нету вообще, блин. Даром, что целую кучу там поднял. Все уже истратить успел. Ну, вот здесь зато так, что тут у нас? Пулемет... Так, это экзит. Как я понимаю? Да, экзит. Нам надо к нему мостик сделать. Сумеем? Сумеем, как Чикатило. А погоди, не иди. Чё? Ты, а там же на уровне остались лечилки всякие, футы, аптечки и прочее. Подбери их, хрен ли ты пойдешь. Но не буду ли я наказан за... Да не будешь. Смотри. Ну ладно. А подбирай лут. Ну, вообще да, пойду ту броню возьму. В секрете. Она ж там сколько? 200, по-моему, дает синие. Вот и это зеленые 200 дает. Я не знаю, в этих колор-кодах черт ногу сломит. Так. Жаль, что патронов не подобрать еще. Да, на новом уровне подберем, знаешь. Ну, нахер тоже... нам эти эксперименты. Так, единственное, где тот секрет был, который был секретным? Нет, это стартовая комната. Тут это мы уже все комната. Обобрали, да. Так, окей. Что дальше? Как там было? О, да. Вот сюда. Поднимай меня, платформа. Уноси меня вдаль. Так, это красная дверь.
Следовательно, вот здесь где-то была эта лестница спиральная, где я брал патроны и всякое говно. Да, вот она, красавица. Окей, все, я тогда в секретку иду за броней и потом заканчиваю этот уровень, нахрен. Так, получится? Нет, ну блин. Всегда, когда хочу, чтобы получилось, падаю с краешка лестницы. И в жизни, и здесь, да. Постоянно. Ну, хоть время сэкономил. До начала лестницы не бежал. Так, ну окей. Как... Блять, ну да что такое? Что такое? Вот не знаю, иногда он просто не хочет. Иногда он просто говорит, хочешь вернуться за броней в секретку? Ну, хуй тебе. Соси пипу, говорит он. Ну вот, да. Да блять, ну. А ты смотри, ты походу не так тогда прыгал. Так, точно так. С края лестницы, с краюхи. Я тебе сейчас все покажу, как ты прыгал. Ну, я, наверное, сам ошибаюсь. Ну, ты, по-моему, смотри, вот там, где вот эта аптечка стоит, посмотри. Да. Ну, слева. А, ну. Ты вот туда зайди и оттуда прыгни. Разбегись. Да не, это точно не будет. Видишь? Ладно. Наоборот, тут надо с как можно более низкой ступеньки прыгать, потому что иначе он как типа головой вверх проема стукается и падает просто вниз вертикально. Тут вот как-то вот. Вот... Да ладно, забей. Да может. Да нет, ну давай еще раз попробую, хуй его знает. Давай, пока ты прыгаешь, может быть, расскажешь нашим зрителям, что ты знаешь вообще про сюжет Дума, второго Дума? Как я вот знаю, что. Ты был на Марсе в первой части, а потом ты вернулся на Землю через последний портал, который открылся, когда ты последнего босса заборол. А что на Марсе происходило тогда? На Марсе врата в ад открылись на Таймусе. Ну, обычная ситуация. Блять! Ну вот, да. После этого ты вернулся на Землю, и ты такой, типа, ой, блять, сейчас меня героем все назовут. Парад в мою честь будут, тоже белую форму там купил, коня, знаешь, снарядил и все такое. Ну вот, да. А, я лучше придумал, смотри, что мы сейчас делаем. Ну вот, да. Да, и когда ты попал на землю, оказалось, что она полностью вся эвакуирована. А то, что осталось, демоны распиздили, потому что на земле такой же портал открыли, как на Марсе, только еще больше. И тебе надо теперь жестоко покарать... В принципе, все, что на Земле осталось. Вот. И я тем временем делаю вот это, вот пока я это рассказываю. Такие дела. Ну а что, а где написано, где тот мануал Дума, где сказано, что вот это действие запрещено? Нет такого, нету просто. Я думаю, должен быть какой-то мануал. А, блять. Не, есть же. Да не, мануал-то есть, но знаешь, я не думаю, что Джон Кармак запретил бы мне загружаться прямо перед проблемным прыжком. Да я думаю, Джон Кармак только и ждал, чтобы ты загружался перед проблемным прыжком. Да, я думаю, Джон Кармак, ну я не знаю, могу ошибаться, мне кажется, он тайно бы еще надеялся все время, что я его накажу как-нибудь. Джон Кармак космос, а нет, он не в космос не летал, он ракету в космос запустил. Ну да, да, он же не лорд. Ты про это слышал? А что в ракете было? Не знаю, может быть, маленькое животное какое-то. Ну, похоже на него. Не знаю. Короче, какой-то он то ли спутник запустил в космос, то ли еще что-то. Ну, у него деньги лишние есть, он как бы хобби такой у человека, знаешь. Да. Молодец. Развивает отечественную космонавтику. Всегда поддерживал. Не. Он большой, кстати, энтузиаст, типа как частных полетов в космос. На этих, на маленьких самолетиках. На маленьких самолетиках, да, семьи Джетсонов. Ой, блять. О, нормально. И не запорол ничего. Да, он молодец, он как лорд Бритиш, только он, ну, знаешь, как. Лорд... Только лорд Бритиш на самом деле в космос летал. Ну да. А бога он там видал? Ну, чувак, это лорд Бритиш, какого бога он там видал? По-нашему, по-ихнему бога, а по-нашему дьявола. Ну, разве что. Посмотри зато на статистику секретов. Опа, 100% лучше, 100%. Чем предыдущий. Зато посмотри на время прохождения. Да, время прохождения, конечно, оставляет желать лучшего. Впредь... А нет, это... Не, что такое тогда пар 0230?
Это может быть типа как идеально, за сколько Джон Ромеро прошел этот уровень? Джон Ромеро может пойти нахуй. Я лучше Джона Ромеро. Так. О, катсцена. Ты опустился глубоко в зараженный звездный порт. Но что-то не так. Монстры, которые принесли свою собственную реальность вместе с собой, и технология космопорта меняется из-за их присутствия. Впереди ты видишь маленькую базу ада, укрепленную зону ада. Если ты сможешь пройти ее, ты сможешь проникнуть в глубины проклятого сердца космической базы и найти кнопку пульта управления, которая удерживает в заложниках все население Земли. О! А, оно в заложниках, оно не съебало. Население даже. Земли в заложниках, да. О, интересно, интересно. Освободим заложников или... Или конечно, освободим заложников. Так, ну, все, что я знаю об этом уровне, это то, что он просто, блядь... слов у меня нет про этот уровень, так я скажу. Такой вот. Хороший? Да, такой замечательный. Поэтому я экипируюсь сразу своим плазмогангстером. И... да. Ух, нифига себе! Что это за жирославы такие? Моя горит, господи! Это... я не знаю, я даже не знаю название этого монстра. Я знаю только, что он... ой, какой он мудак. А почему я здоровье не теряю? Потому что в тебя не попадают. А. Ой, смотри, я невидимый стал. Прикольно, подходи им прям с попочки и мочи, и мочи. Ну да. Так тут мочить-то больше нечего. Обидно, ну ладно. Всё. Вспомнил я, что тут будет. Здесь же будет этот, Королева Пауков. Шелоп. Нет, погоди, Королева Пауков это же из Влада. Я даже не знаю тогда. Ой, дружище, как это для тебя все это? Ракетница мне нужна. Ракетница мне, о. У тебя же есть ракетница. Да, я вот поэтому я ее и взял. Давай ой. Этих. Ой. Ой, ты, ой, блин, ё-моё. 19, бери глаз. Да, вот поэтому не люблю я этот уровень. Ну ладно, смотри, как мы поступим сейчас. Давай, продемонстрируй. Бери невидимку бери. Да нет, на этих тратить невидимку, себя не уважать. Этих я застрейфить могу с лишь небольшими потерями в жизни и броне, и нервах, и всем остальном. Ну, мужичелло, это настоящий Сириус Сэм какой-то здесь происходит. Ну так, ёпта, я прошел Сириус Сэма. Сириус Сэм был несложной игрой. Ну вот именно, поэтому я его и прошел. И поэтому я и это пройду. О. Все. Так, я сейвуюсь. Так, хорошо. И мне не нравится больше, короче, Rocket Launcher, да? Гади, мне кажется, они видят меня все равно. Да потому что ты стреляешь в них, может поэтому? Ну ёпта, а что мне еще делать? Не знаю, убегать от них. Да не хочу от них убегать, блять. Так, ну ладно, хотя бы не придется снова жиру не бить. Так, окей. Я какую-то штуковину поднял. Чё там? Да, я поднял берсерк кулак. Это очень было полезно мне сейчас. Это просто вот сладкий персик, как у нас в Грузии говорят. Так, убил нескольких пауков, не потеряв здоровья. Нет, сохранись. Нет. Да нормально. Ну не мудро на тот же самый сейв сохраняться. А знаешь, а я не мудрый. Я так просто думать люблю, скажем так. От слова дум. Да, от слова Госдума Российской Федерации. Ты смотри, у тебя 20%. 20% чего? Здоровья. Убийственной мощи? Ну, 20% убийственной мощи, это не так уж много. А сколько у меня теперь процентов? 45. Аптечка?
и паук. А ведь эти аптечки мне на самом деле нужны, когда сейчас главный паук вылезет. А ты его без аптечки победишь? Да, думаешь? Думаю, нет. Ой, ой. Ох, у Думгая из носа просто ручьи льются. Что это за звук? Ты слышишь этот лязгающий звук? Ты это... аптечку, кстати, пропустил. Speaking of лязгающий звук. Да, стоит. А, это он ходит так. За нами. Ну, блядь, получи же ты. 19. Да нормально. А, убил, блин. Фу. Подожди, вернись, аптечку возьми, а то совсем какую? Жакрова. Где? Назад, беги по этой зеленой сюда, дорожке. Да. Ага, о, вот она. Вот да. Ты, соколиный глаз. Никогда бы не заметил сам. Так, ладно, мне кажется, нам нужно что-то покрупнее все-таки. Ладно уж, я дистанцию соблюдаю, почему бы не Rocket Launcher? Да откуда пойдет Королева Пауков? Я вообще не знаю. Я ничего не знаю, я просто сохранюсь на новый слот. И пусть жизнь несет меня как хочет. Ой. Ты так не стоит, ты что? Да я думал, он умрет перед тем, как выстрелить успеет. Но патрончики-то... Фу, это не патрончики, ой, пульки вот у тебя летят. Что вот это такое? А? Все? Все? А в чем прикол? А что ты, вообще решил, что там должна быть королева? Ты даже секретки нашел. Ну ладно, это было интересно. И даже на минуту только дольше проходил, чем Джон Ромеро, так что вообще нормально. Это очень странно. А что ты решил, что там должна быть королева пауков? Ну он кат-сцену сделал, там были маленькие пауки. А, так нет, он в кат-сцене просто рассказал, что типа дьявольские твари, они человеческие технологии как-то под себя подмяли. Типа ты видел, что эти пауки, они как какое-то органическое говно, типа с железными мышками, да? Ой, ну слушай. Ну ладно. Ладно. Есть, так и есть. Окей, а... Ой, у меня плохие предчувствия насчет этого. Ой, посмотри, сколько у тебя здоровья. Слухай, может быть, знаешь, что сделать? Забей, попробуй. Попробуй проходить, попробуй. Как есть. Не читери. Здесь будут, походу, баранноногие люди. Люди с ногами баранов. Большие люди. Вот эти люди, ребята, с они же баранов. Не стрелки, не? Свинюшки. Да не, они быки, они не стреляют. А, так нормально, их же можно отсюда расстрелять. Ну вот да. Но слушай, очень у меня хуёвые предчувствия. Но, с другой стороны, кто не пробует, не побеждает. Подожди, ты возьми еще вот здесь патрон. Да, ракеты взял и всякое такое. А это тебя там слева не пуляет, этот Hell Knight? А там что-то какие-то зелёные отблики. Это броня, я так попрос. А, ой, ёпта, так бери её. Да вот взял. Смотри, здоровье. Вот это повод сохраниться на первый слот. Так, тут кнопки есть. Одну я зажег. Что поменялось? Ничего. Видимо, вторую надо зажечь. Вторую зажег. Что поменялось? Ну ничего, по сути, но вот эта дверь открылась. Вот за этой дверью эти скоты будут. Мне нужно. Ну, естественно, ключ нужен. Так, ладно, вот эту дверь мы прошли. Надо это запомнить. Будем, наверное, вот в таком порядке. Так, я здесь маленькая комната, возьму нормальное оружие. Ну окей, что это такое? Телепорт. А тут у нас что? Телепорт. Ой, чувак, дерьмом попахивает. Ну попробуй на рожу льва нажать, или ты уже а попробовал? Я уже нажал. Ничего не случилось. О, блядь. Впереди. Да, вижу. Блять, какадемоны, какули, блядь, пришли. Только это какие-то бурые какадемоны. Да, вот, по-моему, вот это и есть какадемоны. Второе называлось, как злой глаз или что-то. Или наоборот, я точно не знаю. Я вообще ничего не знаю, я не хочу ничего знать. Двигайся, стрейфи. Да я бегаю, я амазонка, я знаю это. Давай. Последний стенд. Ну у тебя патронов просто до жопы. Да, но я сохранюсь на второй слот. Подожди, так ты не убил же какадемона этого? Нет, тут все. Тут все мертво уже. А че он не свалился-то?
как бы Да не, что-то. ты, наверное, пропустил, просто он умер. Да просто его трупешника не вижу. А, не, он разваливается на куче черепов этих. А. Я их штук 5 уже, типа, убил. Так, ладно. Здесь есть телепорт с патронами, но здесь есть вот это место. Я сохранюсь и рискну прыгнуть. Подожди, а там нельзя? Ну да. Так, проблемка вышла. Блять, невидимый бык опять. Так, окей, окей. Этот, блин, вышел комом. Нет, загрузи, загрузи. Где это я? На втором сейфе. Второй сейф, да. Так, а ладно, ты с другой стороны, нельзя. Как нельзя подойти? Ну вот я думаю, что, скорее всего, там через телепорт. Может, телепортит. Ну, телепорт, ну, ну куда-то принес. Ну, да. Что-то он сделал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что у нас есть? Ну, рокет лаунчер. Давай со сплэшем этих пидоров. Тихо-тихо-тихо ты. А ты как сюда забрался? Да, они через портал идут. Да они охуели просто, слушай. Я... Да через пол... Они телепортировались уж точно. Они как эти сраные вертигонты. Я тебе говорю. Когда я в первый раз Half-Life играл, я так и думал. Я так и думал, что эти вертигонты с этими аморфными руками в груди в своей третьими, они вот и есть, вот эти вот хуйни. Импы, в смысле? Да. Не, ну импами они, скорее всего, были, но не этими. Ну да. И что это нам дает? А подожди, загляни снова в тот коридорчик. Я больше жить не хочу. А, смотри. Ну-ка, он, ну-ка. А сейчас что будет? Что сейчас будет? Сейчас тоже ничего. Окей, ну, выход отсюда должен быть, я считаю. Не так ли? Тут как будто бы... А, интересно. Не, seriously, а что это такое? Так, ну. Еще раз нажать на него. Может, в него выстрелить надо? Нет. Ну... Ну, наверное, нам сюда нужно все-таки. Ну да. Окей. Так, ну давай подумаем рационально сейчас, да? Как тут рационально мыслить? Ну как? Ну, нужно собраться и подумать, вот чисто вот. Ну смотри, короче, давай такой вариант. Нажимай на черепушку, да. Вот, и потом сразу беги в этот коридорчик рядом. Ну, типа, как знаешь, вот. Не. Я, знаешь, я когда на череп нажимаю, я слышу какой-то отзвук, как будто бы откуда-то издалека, вот отсюда где-то. Да? Угу. Вот, не, вот оттуда, как будто вот оттуда. А! А! Ладно, окей, ладно, хорошо. Хорошо. Так, только у нас 18 здоровья, чувачела. Да, я... Вернись портал. Сюда? Да. А что тут делать? Ну, надо попробовать все-таки эти аптечки придумать, как-то подобрать. А, да. Ну, да, тут берем как-нибудь. Когда-нибудь. Да не. Ну смотри, 18% здоровья это не шуточки. Так. А давай просто пооткрываем все эти двери и посмотрим, где что тут может быть. Вот это новое что-то, правда? Ну и табло новое. Ладно, заходи сюда. Мне эти штуки на стенах не нравятся. Это дьявольская, ну, плата. Давай я сохранюсь на третий слот. Окей. Ой, блядь, ну да. Ух ты ж, матушки. У одного это пидор. Ой, надо. Блин. Я искал одного. Мне нужно какое-то оружие получше. Ты только назад вернись. Да. Так, окей, что там у нас есть? Это мне не нравится. Ну, это пусть будет, господи уж. Все равно не жизнь. Ну, выбирайся уже. Некрасиво вышло. Так, ну что у нас еще есть? Рокет лаунчер. Бензопила. Да, это вряд ли. Ну вот это вот. Ну,
Так А выползаю. смотри, ты же что-то присел там, начал красться как-то хитро. Нет, 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 я со ступеньки свалился просто. А. Ну так, блядь, вылезай уже. Хочешь вылезать? Давай Вылезай. стрейфись, как больной просто. Да я пытаюсь, типа, знаешь, стрейфиться, когда это нужно именно. Да. Вот типа вот как сейчас. Один процент ёбаного здоровья. И брони 59. Так, ну. Ну да. Спасибо, спасибо, игра. Ласковая ты моя. Ну что? Мы нажали что-то. И что-то случилось, наверное. Ладно. Наверное, что-то плохое случилось. Ну, а что еще может случиться в Думе? Вот эта лесенка открылась. О, о. Ай, блин, это рожица или карточка? Это рожица. Беги, беги. Погоди, погоди. Тут сейчас какой-нибудь трюк будет, я знаю их. Я сохранюсь на четвертый слот. Трюка не было. Что ж так? Ой, тихо, тихо. Следи. Стараюсь. Holy shit. Еще. Так, ой, бычье, бычье, бычье бежит, сколько. Вали бычье. Валю, валю, ой, блядь. Нормально. Не дам вам подойти. Ну не дам. Ну что хотите сделаю. Но, блядь. Не убить вам меня. Потому что у вас дистанционной атаки нет нихуя. Так. Вроде последний. Мне лучше это... Ой, блядь, сколько тут этого? Ну смотри, неплохо заглянул. Кстати, да? Блин, зря я. Это мне же одного бы хватило. Подожди, а что этот рюкзак? Ну один сохраним на будущее. Чего? А что этот рюкзак дает вообще? Он дает тебе целую кучу всего. А, да? Кроме ракет. Ладно, кол. Кол, кол, кол. Вот, допустим, чейнгана у нас 400 неизрасходованных паттеров. Пожалуй, я им немножко попользуюсь. Ты засейвись. Ну ладно. Но чувствую, что я сейчас с кем-то, блядь, козлоногим драться начну. Сейчас козлоногий точно заявится. Я это знаю уже, я это знаю. Синий ключ, кажется, я подобрал, да? Нет, нет у тебя его. А, это лицо было в итоге. Да. Не перейди лихо, пока тихо. Да, да, вот здесь мы еще не были, походу. Сохранюсь. Смотри, как там бензопила лежит. Или это не бензопила? Бензопила. Нафиг она. Вот козлоногий. Это называет, так называемый барон ада. Он выглядит точно так же, как рыцарь ада, но у него немножко цвет другой. Его, наверное, по идее бензопилой нужно? Наверное. Ну что теперь уже? Кстати, да, интересно, давай проверим. Почему бы... Ой, ой. Так, лоу, второй. На каком я сейфе был? На втором. На втором? Точно? Не, это второй. Точно на втором. Ну так это далеко, это... Я ж перед этим коридором прямо сохранился на какой-то сейф. Нет. Во... Не, погоди. Нет. Нет. Может, первый? Да, да нет. Да, а, да, 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 слушай, дурак я. Окей, окей, давай, давай. Нет, слушай, нет. Полная херня. Да, бензопила это обман. Ну ладно. Так, из чего мы его там расстреливали? Из пулеметика. Ну да, ну что ж еще с ним делать. Оп-оп-оп-о. А, вот он как делает. Я думал, я двух убил, а это один и тот же. В смысле один и тот же? Это, ну, это в этой комнате один только вот этот вот черт. Я думал, тебе со спины идет второй. Не-не-не. Я думал, что он такой слабый, а этот такой сильный. Он телепортировался просто, да. Вот свинья хитрая, козлоногая, да, свинья. Да. Абсолютный бандикут. Так, ну что тут еще интересного? Вроде то все. Есть это место, это просто, чтобы бензопилу дать мне. Да, да, очень важно. Ну и чтобы ты познакомился. Ну, для полного прохождения это важно все равно, я считаю. Да, да, считаю, что это секретка. Ну да, наверное. Так, ну что, так, тут были несколько раз.
Тут, может, Вот что-то тут вот, поменялось? вот тут это у нас срань с этим черепом, который ты нажимаешь, и дальше не понять, что нужно делать. А он не нажимается. Не, это... не про львиный а, зев. Про я штуку. Про череп этот в этой дыре. Вот здесь вот еще вот такое есть. Да, и туда, кстати, можно пройти, походу. А как ты думаешь, это сделать? Не-не-не, не пройти, а смотри, видишь там как. Да, ну да, стал. Туда можно попасть. Туда можно попасть, ну как? Технически, ну как? Ну я думаю, как-то так, через эту штуку. А нет, не через эту штуку, что ли. Подожди, а как помнишь, помнишь? А что это такое? Что это за комната такая? Неважно. Видишь монстров, убивай. Только да, давай, чувак, ты нормально. Видишь, какие там монстры? Да-да-да, бери нормальную пушку и... 5 патронов только от рокет лаунчера, ну что ж такое. А мне еще с козлоногим бороться. Не, я, пожалуй, вот эту возьму. Давай. Ой. Ой. Ой, вот и козлоногий. Расстреливай, расстреливай, начинай. А он свои же. Ой, матушки, что происходит? А что с экраном стало такое? Это, наверное, какой-нибудь квад дома. А, это неуязвимость. А, мочи их! Только ты их мочи этой самой бензопилой. Раз неуязвимость. Так бензопила, чувак, какой-то. Ну, тебе сейчас бензопилой нужно их мочить, на самом деле. Чтоб патроны не тратить, конечно. Просто зажимай и давай их. Ну, посмотри, как я долго одного распиливаю. Ну, знаешь, зато не тратишь патроны. Но сейчас вот моя неуязвимость спадет и полная опочка. Убей, хотя, может как быть, она больше. У меня на час будет. Ой, все. Нет, все. Ой, да. И я не могу двигаться, я зажат. Блин, ну плохо тебе посоветовал, да. Ну что делать? Так. Кто ж знал? Я помню, что где-то бензопила была типа как офигенным оружием. Она хороша против импов, потому что я тут. Когда а кидаем, я... кидаем ракетку. Давай, вот прямо вот отсюда. Раз козлоногий тут, какой пон вообще? Слушай, у меня лучшая идея насчет ракеты. Ну вот если меня сейчас убьют, короче, то я ее продемонстрирую тебе. А схрена ли тебя сейчас убьют, ты сейчас их всех Я очень сомневаюсь в этом. Только ты не двигайся, чтобы все твои патроны считались. Я козлика хочу убить. Ты давай пулемет лучше возьми. Да, да. Он в этой ситуации, по-моему. Ой, да, это дерьмово закончится. Да, да. Смотри, какая у меня идея была. Смотри, мы ж неуязвимые, правильно? Поэтому надо сплэшить этих сучек. Типа, стрелять в упор как-то так, наверное. Ну да, это не дало ничего все равно. Ой, блин. Ой, блин. Это конкретное месиво, чувак, но боюсь, что за времени... А, стоп. Я еще только что кое-что понял. Что-то там понял. Две неуязвимости лежит. Ну да. А ты вторую взял уже? Нет, мне надо как-то стратегически придумать, что делать, чтобы... Короче, смотри. Одну и потом вторую. Короче, смотри ситуация. Ау. Открывай дверь. Стой. Короче... Смотри, стреляй, чуть-чуть выйди вперед, чуть-чуть. Стоп. Ну так, чтобы они тебя не видели. Короче, стреляй в этих петухов. Да. И потом сразу беги, очень осторожно, бери одну неуязвимость. И дальше просто, давай, все, бери одну. Стоп, не бери вторую, не взял. И просто пуляй туда, как больной, как зверь. А сам стой рядом со второй неуязвимостью. Ну да, кстати, да. Сейчас я к ней подкрадусь как-нибудь. Вот, все. Они меня толкают на нее, блядь. Я пытаюсь сопротивляться как могу. Привет, я думаю. Ай, зажал! Суки! Зажали! Бестии! Ненавижу! Ну и как прикажете такое проходить? Да нет, это возможно. Не, ну возможно. Мы сделаем это. Конечно. Блин, вот бы БФГ получить сейчас. Big fucking gun. Ну только где ж ты его найдешь? Да, ну по. Хренач. Стой и давай.
Блять, столько их тут вообще. Дьявольс. Да, масса, масса. Я тебе говорю. Так, 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 спокойно. Во. Давай, 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 пробейся. Я взял еще одну неуязвимость. Ну, хорошо, хорошо, правильно, правильно. Сейчас, сейчас, где, где пулемет? Да что ж, говно это не подыхает. Давай, 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 босса. Сучьего. Ой, жопа. Так. Дверь не открывается. А хули она не открывается, сука? Ну давай тогда стрейкнись. Ой, а, я думал, что я сдох. Да блять, не застрейфился. Так, ладно, теперь мы знаем, как с ними бороться. Все, тактика ясна, тактика полностью понятна. Мне надо вспомнить, так, Rocket Launcher — это кнопочка 5. А Plasma Gun — это кнопочка 6. Сейчас мы, сейчас мы. Ой, ой, напортачил я. Напортачил. Толкнули меня на неуязвимость. Ну, ну что теперь делать? Блин, еще раз сдох. Но главное, что зрителям интересно. Это самое важное. Так. Ой. Ну, попытка номер ту. Намбер уже пусть знает какой. Да, ладно. Вот говно. Нормально, нормально. Я держу ситуацию под контролем. Пулемет. Ну или это, да? Тоже да. Неплохо. Пулемет теперь. Ай! Нормально, нормально. Нормально. Ой, сейчас будет пипа полная, ёбаный в рот. Так, 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 всё. Ну, давай, вздыхай же, ты уже, блядь. Блядь. Вот так, пидорас. А, я опять П-слово использовал. Да похер, давай, 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 давай. Я пытаюсь сдавать. Я пытаюсь, но он дает больше, чем я. Окей, 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 все в порядке. Вот сейчас мы это сделаем, блядь. Ух, окей. Слушай, а вот такая вот тактика. Ну, ну какая разница, ну просрём разок, ну что. Ой, 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 да, хуёвая тактика, блядь, сгнила моя тактика. Ну ладно, так, так, ладно, этот, этот. Плазма гангстер. Слушай, а может быть тут что-нибудь есть еще? Ну нет, тут нету. Может тут есть? Нет. Тут есть? Нет. Нету. Тут вроде все сделано у нас было. Если не ошибаюсь. Тут? Ну да. Ладно, ладно. Главное, что вообще не понять ничего, что происходит, какое-то месиво. Да, да, все стало ЧБ. Жестоким и яростным ЧБ. Спокойно. Давай, давай, все патроны в этом. Блин, ну напряженно. Напряженно. Напряженно, да. Че, он своих же расстреливает? Да. А я его под хвостик тем временем. Ну и правильно. Вот, теперь мы наедине с этим. Блядь, ёперный театр. Ой. Ой-ё! Да нет, нет, нет. Я ж его только царапнул.
Ну что ж, да блин, ну в какие-то ворота. Жестоко, жестоко. Смотри, ну я подумал, раз он расстреливает сам своих чертей, попробую акцентировать как-то огонь на нем, если это возможно. Ну он их так расстреливает, конечно. Нет, не особо возможно поначалу. Ну сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас что-нибудь сделается. Ты его видишь хоть? Да, вон он. Вот этот. Джентльмен в шляпе. Блять. Так, пулемет. Да, да, да. Не, ракетуха. А, да, да. Теперь пулемет. Да, блять. Ну какая кнопка у пулемета, ебаного? Блять. Столько времени проебал. Да, это плохой заход сейчас был. Это было хуже обычного даже. Погоди, а где он? Ты видел это? Я его убил. Ты его убил? Да. Это поразительно, но я убил но, его. Но беги, беги, у тебя коридор за спиной. Какой коридор? Где? Повернись, чувак. Я не могу, я ничего не знаю. Я не знаю ничего. Блять. Ай, как обидно. Ну смотри, смотри. Значит, его ну, возможно да, да. Не, ну да, потому что мы на этом уровне с двумя одновременно такими будем драться еще, если я ничего абсолютно не путаю. Так, где этот свитус? Вон он, вон он. Давай ты его там выпаливай. Прямо по курсу. Да, да, выпаливаю, выпаливаю. Вот сейчас, конечно, по нему не побьешь. Пулемет. Ой, ёбь. Не, нормально, нормально. Свеженькая. Ну, блядь, сдохни уже. Ты можешь сдохнуть или нет? О! Все, давай, давай, расстреливай его, корешей быстренько. Да, да. Его кореша мне уже не страшны, нихуя. Знаешь, в прошлый раз они тебя сняли все так. О. Но блин, сколько их в прошлый раз было? Тонны, так. Тысячи их. Так, ну что, ну лицо 200-200 даст. Ну возьму я это лицо. Бери, бери. А, ну не дало даже 200-200. Не, оно меньше дает. А ох, лицо, ну засейвись на отдельный сейв, что ли. Да, на первый. А на первый ты сохранился. Так, теперь надо на эту рожу нажать. Ткнул и глаз. Оно открыло какую-то дверь. О, а тут, оказывается, коробка ракет была все это время. Да. Которыми я бы эту комнату зачистил за секунду. Это, может, дверь какую открыла? Ну, наверное, одну из этих. Не это. Нет, красный ключ нужен. Вот этот. Окей. 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 Да, это, по-моему, ой, как эти все стены сейчас опустятся. И... ёбаный в рот, как они начнут меня сейчас просто калечить здесь. Да, да. Ну, блин, после... О, во-во-во, бери вечную жизнь в ночной камере. Да, да. Вот так. Удивительно, что я столько протянул без нее даже. Вот здесь нужно использовать. А, нет, не нужно. Теперь бы увидеть хоть что-нибудь бы. Ну вот я какую-то кнопку тут нажал. И я еще что-то сделал. Вот тут что-то аптечки было, какие-то. Я думаю, что это вот открыло. Чем бы это ни было. А, это платформы были опускающиеся. И теперь я сварен в кислоте. Окей, окей. Но мы теперь знаем, как проходить игру. Да? Дамы и господа. Фух. Оу, ее. Так, возьми, возьми, знаешь что? Подожди, подожди, дружище. Что, что, что? Возьми, попробуй бензопилу. Бензопилу? О, да. Да, их же, наверное, но быстро. Но отдаленные будут по мне и ваши огнем. Так и ты возьми бензопилу, а потом сразу этот самый. Неуязвимость? Да, 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 да. Я вот думаю, может, она пригодится для чего-то еще. Ну, наверное, нет. Так, где там эта неуязвимость-то?
Да. Вот так, сэкономим на патрончиках. Я думаю, что перед тем, как я их убью всех бензопилой, у меня неуязвимость кончится. Ну, высока вероятность. А может быть и нет. Знаешь, надо всегда надеяться на лучшее. Вот Я так именно. всегда говорю. Да. Ну, блядь, это же импы всего лишь. Вот так. Вот, все, смотри, видишь, там что-то валяется. И Да. кнопочка. Нажал? Кнопочка, ну нажал, нажал. Ну вот еще патроны, коробка ракет. Куча Игра пройдена, аптек. считаем. Ну, блин, ёпта. Даже не на треть, но тоже хорошо. Так, сохранюсь тут. Перед этим высококлассным платформером ебаным. Это уже классика какая-то, бычок в Да. последней комнате. Так, ну, я рассчитывал сегодня за этот летсплей 10 уровней пройти, Но я да? думаю, хватит и этого. Это было очень... Да, Ух. это было очень intense. Intense, слишком intense. Ну, Ну, вообще, давай с другой позовем стороны, мы Зенитса. еще час не дотянули у нашего видео. Да, почти что час. Блин, только половина секретов, ну надо же. Ну, мы ж так аптечки те не взяли, за которые были за Ну, правда, правда. равиной ада. Твоя правда. Еще там что-то не подобрали. Так. Так что, сейф игру. Сейвлю игру. Когда уровень начинается с того, что тебе дают мега броню. Ой, ой, как это страшно. Ну да ладно. Вот, сейвлюсь я на этот слот, засейвлюсь еще на этот, чисто вот и на этот, короче, чтобы все это за спиной за своей оставить. Так. Ну вот. И да, я думаю, что на этом мы с вами попрощаемся, мои броус. И всего вам доброго, до новых встреч в новой жизни. Пока-пока. Все, пока. Пока.